11 июня 1944 года. 1086 день войны. Сегодня в ходе наступления на Карельском перешейке войска Ленинградского фронта освободили город Терриоки, а также с боями заняли важный опорный пункт противника – село Япеля и овладели 80 другими населенными пунктами. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии нашими войсками сбито 20 самолетов противника. В Калининской области партизаны подожгли немецкий артиллерийский склад. Уничтожено более 500 ящиков снарядов. Франция, Нормандия. Предпринята фельдмаршалом Роммелем попытка организовать атаку против американцев. Первой танковой дивизии СС провалилась из-за активных действий союзной авиации. Фельдмаршал так и не смог достигнуть штаба дивизии 30 раз, попав под бомбежку союзников. Атака была отменена. Утром он узнал, что атаки против англичан в районе Канна также не удались. Еще через час стало известно, что при налете союзной авиации погиб весь штаб немецкой танковой группы «Запад». Фельдмаршал Рундштедт сообщил Бергхоффюреру о том, что стабилизировать фронт в Нормандии не удается. Выходит постановление о том, что студенты вузов и техникумов, призванные во время войны в Красную армию и военно-морской флот, по возвращению со службы принимаются без экзаменов в свои прежние или однотипные учебные заведения. В Ленинграде после трехлетнего перерыва открываются музыкальные школы «Семилетки». В них будут обучаться дети 7-15 лет.